Если река Северский Донец является главным поставщиком питьевой воды региона, то река Кальмиус берет на себя все последствия водопользования области. Кальмиус сегодня принимает все стоки промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства, в связи с чем ее состояние со временем ухудшается. Всех тревожит состояние реки Кальмиус в Донецком крае. Это река, которая не может быть без внимания нашего, потому что это река, которая значима как водный объект, это лицо Донецкого края, это имя Донецкого края. На протяжении нескольких лет идет работа по приведению в порядок водных объектов области. Чтобы сохранить и рационально использовать водные ресурсы, необходимы скоординированные действия органов власти и предприятий водопользователей. Именно с этой целью и было создано бассейновое управление реки Кальмиус. Главная задача совета – разработать эффективную программу и потом осуществить контроль за ее исполнением. Впрочем, и без программы, по словам Сергея Третьякова, областные власти выделяют значительные средства на оздоровление бассейнов рек области. 5 миллионов гривен на расчистку реки Мокрая Белосарайка, это бассейн реки Кальмиус. Предусмотрены денежные средства на решение вопроса строительства коллекторов по городу Донецку. Также предусмотрены мероприятия, связанные с реконструкцией очистных сооружений и строительством полигонов бытовых отходов, а также другие мероприятия по охране окружающей среды. Бассейновый совет возглавил заместитель губернатора Донецкой области Александр Фоменко. Работа по формированию совета завершена, остается только приступить к реализации поставленных задач. Екатерина Павлова, Василий Дмитриев, Первый муниципальный.